Всем привет! Сегодня у нас будет колесо фортуны на 150 тысяч. Попробуем достать отсюда фраенную кучу разных плюшек. На складе сегодня руны не очень. Можно было бы, конечно, взять 200 карт смены, но они, в принципе, особо-то мне не нужны. Интересно так поиграть, достать каких-то расходничков. Ну и заодно посмотрим, какой у нас сегодня дроп здесь. Какие правила? За покупку самоцветов, за каждый купленный самоцвет, не учитывая бонусные, вы получаете 1 очко. Для того, чтобы раскрутануть, надо 1400 очей. В принципе, ничего сложного. Также вы можете эти очки потратить вот здесь. Карты обновления, облики бывают, сеты. Но, как видите, сегодня сет гнев, он, в принципе, мне не нужен. Ну что, поехали. Ну, заодно карт в Колизей нафармим. Как видите, карты очень хорошо здесь падают. Ордена. Пока только одни расходники, нету героев. Карта на лаву. Еще одна, что-то по две все падает подряд. Это что такое? Так, ордена опять. Ну давайте уже героев. Так, сундук осколков. Сущность мастера. Сет простых рун. Пока только падают нам расходники. Что-то одна верхняя линейка только бегает. Опять карты. Карта яйца питомца. Наконец-то. Триант. Ну, первый герой наш. Еще один триант, это жесть. Сет рун. Третий триант. Они издеваются. Да, что-то одни, смотрите, почти третью часть уже проролили и падают одни расходники. Раньше по-другому немножко падало все. Три трианта выбили, это жесть. Одни карты дают. Так, еще одна карта яйца питомца. Сет простых рун. Супер дроп. Пакет орденов. Ну, давайте уже хотя бы нижних героев. Рино хранителя одержимого. Опять осколки. Вот половина. Говорю, половина. Третья часть. Мы набили только три трианта. Да, круто. Крутая акция. Хранитель, наконец-то. Еще один триант сразу следом. Четвертый, по-моему. Одержимый. Вот, началось, началось. Походу, все, дошли. Начали дальше давать. Второй одержимый. Кстати, корун. Так, карта групповых. На самом деле, здесь выбивать героев реально очень сложно. Тут в основном, если вам нужны расходники, можно играть
Но опять же, с расходников здесь ценные только карты. Сундучок. Наконец-то нам хоть что-то интересное упало. Так, сущность мастера. Ордена. Блин, так рядом возле Фреи крутится все время. Чего не стать на Фрею? Смотрите, сколько карт нам там дали уже. Вот уже половина. Рину хранителя надо. Одержимый третий. Ну, как троллит будто. Почти. И нифига. Ордена. Чего нельзя останавливать самому? Еще один триант. Блин, я не знаю, сколько там у нас триантов. Ну, это просто жесть. И пусть скажут, что это рандом. Карта легендарного героя. Акция, ребята. Первая наша карта с этой акцией. Жесть. Да останавливайся ты уже на Фрей. Сколько можно уже бегать? Вот две третьих мы проролили. И все равно дает карты. Даже ворожея не дала. Ворожея, Рину, Фрея. Пролетают сегодня по ходу. Сундук. Офигеть. Ну хотя бы сундук дала еще один. И на этом спасибо. Осколки. Хранитель второй. Ничего себе. Оно походу будет так и штамповать их. Одержимый. Ну, а Фрея. Рино, ребята. Наконец-то мы выбили хотя бы Рино. Ну, остался ворожей. Там сколько попыток? 20 с чем-то. Еще один триант вдогонку. Жесть. Карта яйца питомца. Да, там веселые у нас призы будут. Осколки. Ну давай. Карта группового. Ну блин, стань ты уже где-то там возле Фреи. Пока можно крутиться. Еще карта группового. Так, двоцарик у нас остался. Ордена. Так можно бесконечно крутить. Триант. Короче, сегодня день трианта, ребята. Или одержимого посмотрим в итоге в конце. Я думаю, триантов все-таки будет там на пару штук больше, чем одержимых. Карты. Групповое. Да. Да. Одержимый еще один. Так, десяточка осталась. Ну дай уже, блин. Ворожея либо Фрею. Монстр. Карта легендарки. Ну просто мимо все. Сет простых рун. Сущность мастера. Сейчас эти сущности уже по сути Рино второй. Охренеть. Ну а Фрею раз и два и все. Сундучок. Ну годненько. Хоть сундуков набили, хоть три штучки. Так, что там у нас осталось? 1000. Давайте возьмем карту смены. Вдруг нам воодушевление выпадет еще одно. На останем этом. Так, смотрим. Получить все.
А фигушки, у нас не все призы пришли. Видите, не все засчитало, значит, будет повторно еще должны докидать. 60 максимум дало. Напишем в ТП, пусть докинут нам с акцией. Возможно, они сейчас и так придут. Такое часто бывает в акциях. Перезаходишь, потом опять призы приходят. Вот еще 40 подвалило. Два сундучка, но это еще не все. Там триантов куда больше было. Ну, пока нету ничего, посмотрим потом. Я, в принципе, там. Так. Смотрим, что там у нас на складике делается. Коробочки есть. С этой простых есть. Что мы такого еще? Карта питомцев. Так. Ну, не знаю, там нам, конечно, нападало хорошо. Посмотрим. Так. Камешки у нас уже копятся на следующий остров. Ладненько, потом посмотрим. Вот, в принципе, вот вам такая акция, не знаю, честно говоря. Получается, почти за 10 паков мы не выбили Фрею, мы не выбили ворожая, выбили всех остальных там с повторками 2-3 дохренища одержимых, дохренища триантов. Ну-ка сейчас гляну, сколько там у меня карт на Колизей. Ну, подкопилось уже 48. Вот. Ну, не знаю, это дополнительная акция. Вместе к базару, как видите, с базара у нас уже почему-то убрали отсюда Некроса, уже несколько базаров подряд у нас Некросов нету. И Некроса у нас также нету в яйцах. Максимум с одной заклинательницы, как видите, тоже не знаю, с чем это связано. Но что-то не так. Не знаю, посмотрим, что будет дальше, но их пока убрали. Сокровищницу добавили у нас. Она никакая. Шанс очень маленький. Пробовал, играл. Видите, только падают первые эти награды. Здесь смена падает, которая нафиг не нужна. Вот так вот. Пишите комментарии, что кому упало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.